Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Они еще совсем дети, только перешли в 5-й класс. Но со сверстниками уже не сравнятся. Юные кадеты живут в Ставропольском президентском кадетском училище. И родители видят только на выходных. Сегодня для них день особый. Ребята принесут клятву верой и правдой служить на благо Родины и станут частью одной огромной семьи защитников Отечества. Волнуются, но стараются быть серьезными и взрослыми. При поступлении для меня был самый сложный, наверное, английский язык. Хотя я английский язык знаю, но как-то были сложные задания. В последнее время мне уже очень привычно. Поначалу было тяжело. Ну, это я адаптировался за 2-3 дня. Меня выбрали из-за того, что знали, что у меня все получится. При поступлении для меня самая сложная была математика, потому что у меня небольшие проблемы с логическим мышлением. Торжественная церемония посвящения в кадеты Ставропольского президентского кадетского училища прошла в Ставропольском дворце детского творчества 28 сентября. Присягу принимали 122 кадета, поступивших в этом году. В этом году наше училище произвело дополнительный набор кадет в 5-й класс. Мальчишки очень хорошие. Мальчишки, которые выдержали конкурсные испытания и проявили себя как маленькими, но уже сознательными мальчишками, готовыми поступить в Ставропольское президентское кадетское училище с перспективой поступления в высшее военно-учебное заведение. В любом случае, задача наша основная – это подготовить хорошего молодого человека, разносторонне воспитанного, творчески подготовленного и умственно готового к тому, чтобы продолжить свою жизнь в рядах вооруженных сил, в рядах Российской армии, в рядах военно-морского флота. Поздравить ребят и сотрудников Ставропольского президентского кадетского училища во главе с его начальником, полковником Олегом Степанчуком пришли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовник училища протоиерей Владимир Волков, представители органов власти, командиры воинских частей, участники боевых действий и ветераны военной службы. Право за чтение клятвы кадета предоставили отличнику учебы, воспитаннику 5-го Б-класса Игнату Дмитриеву. Я воспитанник Ставропольского президентского кадетского училища. Принимаю благородное почетное звание кадет. Торжественно клянусь горячо любить свою родину, быть честным и верным товарищем, почитать родителей, уважать старших. После принесения кадетами присяги митрополит Кирилл, начальник училища полковник Олег Степанчук и почетные гости вручили новобранцам кадетские удостоверения. Обращаясь к собравшимся в зале, митрополит Кирилл призвал ребят всегда помнить и придерживаться заповедей, которые дал Господь, и ни при каких обстоятельствах не нарушать свои клятвы. Дорогие наши кадеты, я сердечно поздравляю вас сегодня с принятием присяги, с вручением удостоверения кадета нашего замечательного президентского Ставропольского кадетского училища. Вот ваша присяга, которую вы сегодня, ребята, принимали, это как заповеди для вас. Ваша присяга сегодняшняя – это ваши заповеди, уже личные, в которых вы поклялись исполнять. И вот тогда, когда вы будете плохо учиться, и у вас будут оценочки не очень хорошие в дневниках. А наставники будут говорить, что вы плохо учитесь, вы должны вспомнить, а какую же я присягу приносил? Что за присяга, в которой я говорил клянусь, клянусь и клянусь? Очень надеюсь, что и дальше будут успехи и в воспитании, в духовном совершенствовании, в профессиональной учебе. Меньше будет отчисления из училища. И как мы сегодня вот горды, все присутствующие здесь, видеть новых, будущих, замечательных граждан, в том числе защитников нашего Отечества. Дорогие мои, всех с праздником и особенно наших кадет. Божьей помощи всем вам, с праздником! Пятого октября, в день 95-летия Изобильнинского городского округа и 124-летия города Изобильного,
митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл с архипастырским визитом посетил город Изобильный, чтобы поздравить духовенство Изобильнинского благочиния и всех жителей города с праздником. Праздничное мероприятие началось с освящения поклонного креста, установленного на выезде из города на село Донское. С самого утра здесь собрались многочисленные жители города, казачество, глава Изобильнинского городского округа Владимир Козлов, представители администрации и предприниматели. Митрополит Кирилл в сослужении секретаря Ставропольской епархии протоиерея Александра Гамзяка, благочинного Изобильнинского округа протоиерея Сергия Рыбина и духовенства округа совершил чин освящения креста. Освящается знамение сие крестное, благословение Пресвятого Духа, кропление воды сие освященное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется знамение сие крестное и благодатью Пресвятаго Духа, а кропление воды сие священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Крест, хранитель всей вселенной. По завершении богослужения владыка обратился к собравшимся с приветственным словом. Замечательно, что сегодня вы начинаете этот праздничный юбилей с построения и освящения этого прекрасного, величественного, святого животворящего креста. И, по-моему, Господь нас сегодня точно благословляет этой прекрасной чудной погодой, когда чудное солнце с утра, ни один листочек не шелохнется. Действительно, Господь видит желание каждого человека и ждет этого доброго желания. Я уверен, что ваше доброе дело будет также благословлено Господом. И крест Христов будет освящать жизнь жителей города Изобильного округа. И всего вам доброго, дорогие мои. С юбилеем, дорогие изобильнинцы! Поклонный крест высотой почти 8 метров, который будет оснащен подсветкой и необходимым ландшафтным дизайном, стал замечательным подарком для всех жителей к юбилею от компании «Ставрополь-Сахар» и «Агросахар». Правящий архиерей вручил епархиальную медаль «Ставропольский крест» третьей степени генеральному директору компании «Ставрополь-Сахар» Андрею Александровичу Чурикову за понесенные труды и заслуги перед Ставропольской епархией и ряд благодарственных писем. После освящения креста владыка вместе с духовенством и представителями местной власти посетил выставку-ярмарку работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Аллея искусств». Правящий архиерей приветствовал всех, кто в этот день пришел на бульвар Семыкина разделить с горожанами радость праздника. Гостей везде встречали по русской традиции с хлебом и солью. Владыка старался никого не обделить вниманием. В этот день состоялось еще одно важное событие – открытие единственной в крае детской площадки для детей с ограниченными возможностями. Владыка отметил, что в наши дни многие стараются помогать людям с ограниченными возможностями. Все это возможно совершить, только имея доброе сердце. Очень украшаются наши города, и в том числе среда для людей с ограниченными возможностями. Наверное, еще сделано очень мало, но в том числе мы постараемся все помочь таким людям. В наших храмах сегодня совершаются службы для глухонемых, для слепых, в том числе создаются условия для людей с другими ограниченными возможностями. Есть такие храмы сегодня в городе Ставрополе, где особо ведутся сурдопереводом литургии, другие богослужения. Я очень надеюсь, что во всех районах будут такие специалисты в храмах, которые будут проводить такие богослужения. На главной площади города проходила выставка национальных подворий. И здесь же состоялось торжественное мероприятие, посвященное сегодняшнему празднику. Со сцены жителей и гостей города поздравил митрополит Кирилл. Огромное прошло мероприятие, событий через жителей этой земли. Конечно, это были и печальные дни и годы войны, разрухи, революций, голода, расказачивания, раскулачивания, Великой Отечественной войны, потом созидание непростых 90-х годов. И что сегодня?
Сегодня это самое главное, что сегодня мы должны, помня все ошибки, все трагические дни и все победы, которые были за прошедшие годы, в целом будем называть 124 года, помнить, созидая эти дни, эту землю, наши семьи, наших детей и наше будущее. Дорогие мои, я вижу сегодня в самом расцвете встречает округ изобильный, город изобильный, свои прекрасные даты. С праздником и милости Божией всем вам! Люба! Шестого октября в неделю 16-ю по Пятидесятнице митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в Андреевском соборе города Ставрополя. Его высокопресвященству сослужили клирики собора. За богослужением в храме молились казачество, студенты Ставропольской духовной семинарии и многочисленные верующие. Во время литургии митрополит Кирилл рукоположил диакона Кирилла Бочарова в сан иерея. По окончании богослужения правящий архиерей благословил на труды нового атамана Ставропольского городского казачьего общества Терского казачьего войска сотника Валерия Надеина и вручил ему казанскую икону Божией Матери. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.